участвовать на своих соревнованиях. Это открытый кубок Харьковской области по шатаган карате доски. Турнир является отборочным, первым этапом отбора на чемпионат Европы, который состоит в октябре этого месяца в Голландии. На нашем турнире присутствует больше 430 спортсменов из 21 клуба Харькова и Харьковской области. Также у нас в гостях запорожский клуб «Ипон», который постоянно к нам приезжает и поддерживает наш турнир и создает хорошую конкуренцию. Нашим спортсменам мы желаем удачи, попасть в сборную команды Украины и отобраться, и, соответственно, представлять город Харьков и Украину на чемпионате Европы. И нас сегодня поддерживают и Титан Байк, это очень хорошая фирма для велосипедов. Мы решили сделать подарки совместно с ними и в Абсолюта за первые места. На турнире большое количество участников. Второй год мы уже проводим с этими подарками. Хорошие, интересные бои. И в каждой весовой категории очень большая конкуренция. И ребята хорошо дерутся, и каждый хочет победить. Ну так, в принципе, все хорошо проходит, без травм. Всем участникам соревнования желаю побед, меньше травм, чтобы не расстраивался тот, кто проиграл. Это, многих это только начало, чтобы все было хорошо у них. Компания «Титан» на велосипедном рынке Украины работает более 15 лет. Уже второй год подряд компания «Титан» дарит велосипеды победителям турнира. Компания «Титан» поддерживает спортсменов. Мы рады, что наши велосипеды достанутся именно чемпионам сегодняшних соревнований. Всем ребятам хочется пожелать успехов. Это сильные и смелые ребята, которые не боятся выходить на ринг, которые не боятся трудностей. Пусть у них сопутствует удача и всяких успехов. Сегодня на соревнованиях участвовало очень много людей. Это были очень маленькие дети и большие мужчины. Я стала чемпионкой по карате, по весовой категории и по абсолюту. Это было непросто, но завоевала я сегодня два первых места. Сегодня были еще призы велосипеды. Его я тоже получила. Больше всего мне хочется поблагодарить на сегодняшний день своего тренера Александра Александровича Сирокурова за его поддержку и также родителей, поскольку они меня пытались к этому довести. Спасибо им большое и спасибо всем за то, что они меня поддерживали.